Всем салам алейкум! Так как завтра праздник Рамадан, и я поздравляю всех мусульман с этим священным праздником. А сегодня приготовлю вкусную исситу. Исита – это традиционное лезгинское блюдо. Исита у лезгин считается ритуальным и праздничным блюдом. Исита представляет собой разновидность халвы, которую готовят из муки, уваренной со сливочным маслом и сахаром. Иситу с удовольствием едят дети в прикуску с лепешками и с чаем. Этот рецепт от моей бабушки. Наша бабушка всегда готовит исита очень вкусно. И надеюсь, у меня тоже получится исита очень вкусной. Ну, давайте начнем готовить. Вначале в толстостенную кастрюлю с антипригарным покрытием положим сливочное масло и поставим на медленный огонь. Как только масло полностью растопится и закипит частями, будем всыпать муку, и масса должна получиться очень густой. А теперь варим на медленном огне, постоянно помешивая, до тех пор, пока не уйдет мучной вкус, а сама масса не станет окрашиваться в коричневый цвет, примерно около 20-30 минут. В иситу можно добавить еще орешки, но я не буду добавлять, так как и без орешков исита очень вкусная. Добавляем сахар, отрегулировав количество сахара по вашему вкусу, и тщательно перемешать. Теперь горячую ситу раскладываем по порционным тарелкам и остужаем. Полностью остывшая сита станет твердой, и теперь ее можно нарезать на порционные куски и подавать к столу. Также иситу можно есть в горячем виде сразу после приготовления. В этом случае иситу подают с лепешками в качестве намазки. Вот такое вот видео у меня сегодня получилось. Если вам оно понравилось, то поставьте лайки. Подпишитесь на меня, мне будет очень приятно. Всем пока!